Дмитрий Шахматов, компания «Твой дом». Здравствуйте. Пойдемте смотреть квартиру. Вот только что сделали косметический ремонт. Привет, Димон, как дела? Да на работе засада. У тебя Остолопа лучший объект, а ты его полгода продать не можешь. Личной жизни никакой. Слюни подбери, не обломится. Хорошо, хоть под автобус пока не попал. Никто не пострадал? А зайди ко мне в гости. Так вы, значит, ученый, да? Создаю разные штуки. Могу одну из них испытать прямо на тебе. Ну, ты же мечтал быть не собой, а кем-то другим. Более красивым, более удачливым. Да откуда вы это знаете все? Этот прибор я назвал превращатель. И что он превращает? Кого угодно в кого угодно. Все просто. Фотографируешь людей, совмещаешь фотографии и для всех вокруг превращаешься в кого хочешь. Да вы, ребята, совсем берега попутали. Я что-то смешное сказал? Хочешь испытать? Ну какая тренировка, Мурзик? Это придется делать долго. А ты растратишь все силы в своем дурацком спортзале. Привет. Я не стал тратить силы в зале. Отправил туда бабушку. Как вы столько жмете? Только не удивляйся, ладно? Опа! Ну, как? Да. Ну, Димон, давай еще разочек, а? Ну, Димон! Ты офигел, дебил, мы дружить не сможем. Ну, я больше не буду! Как впечатление? Занятная игрушка, но пока не знаю, как приспособить для дела. Вы все пришли сюда для того, чтобы улучшить свои навыки. Ты просто невероятный. Это что значит? Кефир? Шахматов! Я не Максим? Эта штука превращает неуправляемо. Может случиться все что угодно, вплоть до потери своего облика навсегда. Бах-бах-бах! Фу! Мы убиваем чертовой матери всех! 5 швов на голове, перелом руки, трещина в ребре. У него? У меня, конечно. Шеф сошел с ума! Да я тебе сейчас! Че-то не так. А че, так все? Вот это прибор. Флипануться можно.